Более 30 палаток установлено на территории оздоровительного комплекса «Уголек». Здесь проходит смена экономического лагеря. 65 школьников в течение недели не только изучают основы ведения бизнеса, но и учатся жить в особых походных условиях. Перед каждой такой сменой, да и во время отдыха ребят, в лагере проходят серьезные проверки. Перед каждым заездом детей лагерь осматривался комиссионно в составе пожнадзора, Росгвардии, администрации, управлений и ведомств, чьи дети здесь отдыхали. То есть составлялся акт, проводилось полное обследование. Также Роспотребнадзор выдал заключение на открытие каждого палаточного лагеря. Сегодня прошла проверка Роспотребнадзора на соответствие качества и питания, и размещения детей. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации отработали сотрудники пожарной охраны. Противопожарной безопасности внимание особое. Перед заездом ребят в лагерь продумывается каждая деталь, вплоть до грамотного размещения палаток. Первое условие, о котором я говорю, это, конечно же, выход из палатки и построение палаточного лагеря, разбивка его. Потому что это определенная улица, там, где выход расположен по две стороны от улицы. Это первое условие. Второе, конечно, которое мы должны соблюсти, это наличие тех пожарных норм, которую мы должны выполнить. В палатке проживает не более 3 человек. На территории лагеря есть и своя добровольная пожарная дружина. Ежедневные обходы палаток, проверка огнетушителей и контроль за отсутствием огнеопасных предметов – обязательный пункт в расписании педагогического коллектива. Кстати, контролируют пребывание ребят в лагере и сотрудники Росгвардии. Экономический лагерь в Угольке будет работать до 4 августа. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.